Уже через несколько дней после большого парада на Театральной площади отдыхать сюда придут тысячи краснодарцев и гостей города. В целом Вениамин Кондратьев остался доволен состоянием парка. Но при этом руководитель региона возмущает. Почти в каждой зеленой зоне или на ее границах было начато капитальное строительство кафе и ресторанов. И нередко на это нет никакой разрешительной документации. В целом, конечно, хорошее состояние, даже больше, чем хорошее. И парков, что с нами проехали, и скверы. Но меня больше тревожит то, чтобы вот эти скверы и эти парки оставались таковыми. Рестораны, высотные дома должны быть элементом городских кварталов, но не элементом парков. Их не так у нас много, этих парков. Давайте их всех сохраним. Сохраним для потомков, для того, чтобы детки, которые здесь ходят, выросли здоровыми, счастливыми и на самом деле успешными. Потому что окружающая среда, она и формирует сознание. От властей города Кондратьев потребовал впредь внимательнее контролировать этот вопрос. Все парки должны оставаться в своих границах, как были заложены ранее. А зеленые массивы необходимо максимально сохранять, а не вырубать под строительство жилых комплексов и кафе.